Дождливая погода в конце весны и начале лета сулила хороший урожай как первой, так и второй группы сельхозкультур. Однако отсутствие осадков ближе к уборке подсолнуха и кукурузы все же отразилось на состоянии культур. Початки кукурузы и семена подсолнуха не имеют достаточного количества влажности в семенах. Сначала дожди были нормальные, кукуруза шла хорошо, но вот в последнее время уже засуха, и поэтому немножко початок не такой, какой должен быть. Но виды сначала были более хорошие, вообще показывало, что початок будет нормальный. Вот сейчас, видите, он средненький такой. Сельхозпредприятий для своевременной уборки урожая на поля выведена вся техника. Вот у нас два комбайна новых, вот этот «Вектор», и два комбайна «Нива». И один мы берем «Шадорунга» в основном на помощь. У нас пять комбайнов работает каждый год, и в принципе мы успеваем. У нас площадя в основном одинаково каждый год, и уже наработано 5 комбайнов, мы спокойно успеваем везде. Уборка кукурузы только началась, поэтому делать прогнозы по средней урожайности пока рано, говорят специалисты. А вот по подсолнуху уже есть предварительные данные. Средняя урожайность по подсолнушку пока, ну, есть у нас поля разные. Есть поля дали 32 центера, есть 25, есть 20. Ну, в среднем, я думаю, центра 25 будет. А с кукурузы только начинаем. Вот первый день только начинаем, и на вид, если взять, я думаю, 27-28 центера будет, наверное, в среднем по хозяйству. Комбайнер предприятия Иван Молла, который более 20 лет трудится на полях, отметил, что сегодня работать с помощью новой техники – одно удовольствие, да и урожай собирается с минимальными потерями. Я предприятие уже 25 лет работаю. Новой техникой уже третий сезон. В день бывает и до 100 тонн доходили. Потери не так больше, как на раньше было. По завершении уборочной страды часть продукции будет выдана квотчикам. Часть будет реализована, а часть останется на семена. Ценовая политика на подсолнух и кукурузу, как было отмечено специалистами, меняется еженедельно. Поэтому о стабильной цене говорить пока рано.